Вот, проходим по собаке. Сейчас шерсти немного. Николай осторожно вычесывает собаку и всю собранную шерсть собирает для дальнейшей ручной обработки. Совсем скоро из нее сделают теплые изделия для наших бойцов. Недавно ветеринар из Кубинки присоединился к движению «Четвероногие солдаты», которое помогает военным кинологам и их питомцам, находящимся в зоне спецоперации. Люди там со мной связываются тем или иным образом. Вот я забираю шерсть, она хранится. И по мере накопления, по мере надобности передаю уже группе мастериц. Прошлой осенью общими силами собрали около 8 мешков шерсти. Для вычесывания подходят в основном длинношерстные собаки – кавказская овчарка, хаски, маламуты. Дальше за дело берутся местные мастерицы. Надежда вяжет с самого детства. На данный момент изготавливает шерстяные изделия прямо у себя дома. Одну пару носков делает за 5 дней. Производство достаточно кропотливое. Сначала нужно ее прочесать, потом нужно ее спрясть, потом нужно связать, потом еще постирать. То есть, ну, 5-7 дней на одну пару. На пояс 2 дня. Шерсть присылают не только кубинцы, но и жители Новосибирска, Дальнего Востока и Казахстана. Любая помощь важна, уверен ветеринар. Ведь передать частичку тепла нашим бойцам – главная задача полезной акции. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».